прапор Львова розвивається на передовій позиції. От оцей буцефальчик – це є такою своєрідною квартирою хлопців. Вони тут вони живуть, подорожують. І дуже соромляться того, що зараз у них тут нібито безлад, як справжні господарі. Але оскільки ми гості, які просто ремонтувати не дуже напрошувалися, як справжні львів'яни, вони завжди мають з собою ікону. А це у хлопців такий умивальник, який їздить разом з ними. Передаю привіт всім львів'янам, ми тут воюємо, значить, приїжджайте до нас. Все, в принципі, чекаємо всіх, львів'яни нас теж чекають в Україні. Татові мамі привіт передай. Татові мамі теж привіт. І дівчині собі теж. Вже 2 місяці з переривом одним були вдома, а зараз приїхали сюди. Ще трошки, може, прийде з перемогою до вас. Все. Як тебе звати? Звати Василь. Передаю привіт усім львів'янам, також батькам своїм. Чекайте, скоро вернуся. Приїдемо з перемогою. Два дня назад где-то приблизительно от 8-9 часов вечера была замечена нами машина, которая приближалась к посту с выключенными фарами. Это вызвало у нас подозрение. Мы ее остановили. Она на наше указание не действовала, начала разворачиваться и уезжать в противоположную сторону. Нами был открыт огонь в воздух, на что товарищ мой сказал предъявить документы. Они взяли документы, бросили моего товарища. Пока товарищ поднимал документы, один из них хотел наблизиться. Потом был снова открыт огонь в воздух, на что боевики остановились. Мой товарищ проверил документы. На документах было это, как его, посвящение боевиков ДНР. Третий боевик оставался внутри машины. Мной было. Я обошел машину с этой стороны, слева. Снова произвел воздух, выстрел в воздух, на что боевик не реагировал. Потом я обошел спереду машину. Фонариком была подсвечена машина. Был замечен автомат. И боевик начал двигать автомат в мою сторону. Мной было открыто огонь на поражение. Боевик был ранен, после чего машина начала загораться. Боевика было вытащено с машины, надана медицинская помощь, профессиональная. Было направлено в госпиталь, ее жизнь ничего не угрожает. Впоследствии в машине было изъято, после того, как она догорела утром, 4 автомата, гранаты, охотничье оружие. И старые вот эти гранаты, так называемые гущенки вот эти. Как ты думаешь, боевики были направлены в СБУ. Произошло? То есть они на прорыв не попытались идти. Это их плохо разведка сработала? Они нет, думали, это были граждане Российской Федерации, во-первых. Двое из них, один луганчанин. Профессионалы, потому что перед нами еще есть один блокпост. Они объехали как-то блокпост, наверное. Местный луганчанин показал ходы и выходы. Вот. То, что дальше, я не могу ничего сказать, потому что с ними работает служба безопасности Украины.